Здравствуйте, друзья. Мой хороший приятель попросил помочь достать лекарство. Лекарство называется Лонсу. Потом ставим картиночку, да, название. Если где-то в вашей стране это есть, прям непосредственно доступ, то есть можно пойти и купить. Напишите, пожалуйста, потому что заказывать очень спорно, потому что отправлять кому-то деньги, а лекарство дорогостоящее, очень плохо. То есть 50 на 50 могут прислать, а могут нет. Лекарство стоит порядка 2000 долларов. То есть, если у вас где-то это есть, то напишите, пожалуйста, и я тогда напишу приятелю, где можно его купить. Ребят, это очень важно, это лекарство может продлить жизнь. Ну, там много всяких. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, все, пока.